Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и уважаемые клиенты сайта MagExpert.org. С вами, как обычно, Евгения Тару. И в преддверии новогодних праздников я хочу воспользоваться случаем и поздравить вас с наступающим 2015 годом. Я искренне желаю вам, всем моим подписчикам, всем моим поклонникам, всем моим клиентам радости, счастья, побольше поводов для улыбок в будущем году и исполнения ваших желаний. А для того, чтобы ваши желания действительно исполнились, я хочу вам подарить один уникальный, но очень действенный, при этом очень простой ритуал на исполнение желания, который нужно будет сделать в новогоднюю ночь. Поверьте мне, он действительно очень простой. Для него вам необходимо будет взять тарелочку, обычную плоскую тарелочку, бокал для шампанского, набор из ножа и вилки, обычный сервировочный набор столовый, и свечу. Это может быть обычная столовая свеча белого цвета или какого-нибудь другого нарядненького цвета. Это может быть какая-нибудь новогодняя свеча, украшенная, красивая. Главное, чтобы это был источник света, огня. Так вот, перед тем, как куранты начнут бить 12 часов, зажгите свою свечу и загадайте ваше сокровенное заветное желание, которое вы хотите, чтобы оно исполнилось в будущем 2015 году. И после того, как вы желание загадали, наполните свой бокал шампанским. Если шампанское перельется через край, то есть пена от шампанского или само шампанское перельется через край, ваше желание исполнится. Если этого не случится, то желание, к сожалению, может ваше не осуществиться в загаданный срок. Может быть, оно исполнится позже. Но, друзья мои, ведь вы можете сделать так, чтобы шампанское все-таки перелилось через край, правда ведь? Сыграйте себе на руку и сделайте так, чтобы шампанское лилось через края вашего бокала, и тогда ваше желание обязательно исполнится. Как вы видите, ритуал действительно очень простой, но на самом деле очень действенный, проверен на практике. После того, как шампанское перельется через край, выпейте этот бокал до дна, и действительно ваше желание исполнится. Чего я вам искренне, по-настоящему желаю. Теперь я поделюсь с вами еще одним ритуалом. На сей раз это ритуал денежный. Называется он «Туз кубков» или «Денежный поток». В чем заключается этот ритуал? Вам нужно будет взять бокал или стакан, или какую-нибудь другую емкость, из которой можно напиться воды. И на этой емкости, где-то на сантиметр или два ниже горлышка, нарисовать черточку. А рядом с этой черточкой указать цифру. Эта цифра должна соответствовать той сумме денег, которая вам необходима для счастья, для комфортной жизни, скажем так. Эта сумма в месяц или в год. Смотрите по желанию, как вы считаете для себя правильным. Пускай это будет год, например. Сумму вы можете указать в любой валюте. Это могут быть гривны, это могут быть рубли, это могут быть евро, доллары. На ваше усмотрение. Какая валюта для вас наиболее комфортна? Или наиболее доступна, как вам кажется? После того, как вы определитесь с суммой и укажете ее на вашем бокале или чашке, вам необходимо найти источник неисчерпаемой воды. А это в городских условиях обыкновенный водопроводный кран. Берите вашу чашечку, вашу емкость и отправляйтесь к этому крану. Откройте кран на полную мощность и наполняйте ваш бокал водой. Вашу чашу, ваш стаканчик, вашу емкость. Ждите, пока не наполнится до той черты, где вы указали необходимую вам сумму. Все, как только вода достигла этой черточки, считайте, что эта сумма у вас уже в кармане. Вы ее обязательно достигнете в загаданный вами срок. Но не закрывайте при этом кран и не убирайте чашку. Пускай вода продолжает наполнять ваш сосуд. И пускай вода начинает переливаться через края вашей чаши, как это указано
на тузе кубков. Это знак того, что вы не прекращаете находиться в потоке, в денежном потоке, даже после того, как набрали ту необходимую вам сумму денег. Но в реальной жизни это может проявляться в том, что вы будете жертвовать какие-то суммы на благотворительность, например, на какие-то благие дела, на какие-то покупки, которые, может быть, вам не столь необходимы, как другие основные покупки. Также эти деньги могут выплескиваться в виде какого-нибудь обмана, то есть какие-то люди могут вас обманывать на деньги и тем самым уводить у вас какие-то суммы определенные. Или вы можете где-то в магазине заплатить дороже, чем вещи это стоит. Или не получить скидки, не получить, допустим, какой-то сдачи после совершения покупки. То есть какие-то деньги будут выплескиваться, понимаете? Из вашей емкости, из вашего мешочка с деньгами, так это назовем. Почему это будет происходить? И почему не нужно расстраиваться по этому поводу ни в коем случае, а наоборот даже поощрять такие поступки? Лучше всего, если вы направите эти лишние деньги, в кавычках лишние, на благотворительность и на какие-то благие дела. Это будет знак того, что вы действительно продолжаете находиться в постоянном денежном потоке. Вы от него не удаляетесь, не уходите, и вы от него не закрываетесь. То, что выплескивается, это все равно свидетельство того, что вы в денежном потоке, вы продолжаете в нем находиться, вы продолжаете из него черпать. Насторожиться нужно тогда, когда это уже не происходит, когда вы начинаете задерживать деньги, бояться, что они куда-то где-то выплеснутся. Это уже символ того, что где-то ваша емкость, в которой вы набираете деньги, прохудилась. Где-то в ней есть дырочка, где-то есть протекание. Соответственно, нужно следить за этим очень внимательно в своей жизни, наблюдать, анализировать, как и куда тратятся ваши деньги, вести такой даже, может быть, дневничок ваших доходов и расходов. И по итогам года вы обнаружите, что да, действительно, вы заработали те деньги, которые вы указали на бокале или на чашечке вашей, но все, что пришло поверх этой суммы, из вашего кошелька каким-то образом удалилось. Но еще раз повторюсь, это верный признак того, что вы в денежном потоке. Радуйтесь этому и даже поощряйте. Никогда не жалейте о том, что было потрачено сверх меры. Потому что все, что потрачено сверх меры, это на самом деле не ваши деньги. И достались вам, возможно, как курьеру, через которого они попали в нужные руки по назначению. Понятно? Что ж, я надеюсь, оба ритуала вам пригодятся в вашей жизни, и вы будете исполнять и ваши сокровенные желания с помощью туза кубков, и при этом научитесь управлять своими действиями в денежном потоке. Что ж, мои дорогие, я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. От всей души желаю вам любви, здоровья, успеха, финансового благополучия и счастья, самого обычного человеческого счастья. А на этом все. Пока, встретимся в следующем году. Чао!